Привет, ребята, Артемий Троицкий, хижина дяди Тёмы. Сейчас будет довольно длинный текст, так что вы заранее расслабьтесь, откиньтесь, пока на воле. А я вам кое-что расскажу. Мой комментарий посвящен очень интересной статье, которую написал Андрей Ларионов. Называется статья «Что не так с этими русскими?» И посвящена она, собственно, тому, что не так с нами, ребята, с населением Российской Федерации и не только, а именно с русскими по всему миру. От Чукотки до Нью-Йорка, и от Австралии до Финляндии. Андрей Ларионов, маленькая справка, очень-очень известный интеллектуал, экономист. Долгое время был советником по экономике президента Путина. Это было в нулевые годы. Ну и, соответственно, можно сказать, что является одним из архитекторов экономической политики Владимира Путина. Не знаю, как сейчас, но раньше-то точно. Я бы еще сказал, антинародной политики Владимира Путина. Но теперь Андрей Илларионов озаботился социологическими исследованиями. Только что вышли данные Левада-центра. А это в России есть такая служба по проверке общественного мнения. И там задали вопрос, кто, по вашему мнению, отравил Скрипалей? Ну, знаете Скрипалей, знаете, где и как их отравили. Результаты были такие. Российские спецслужбы отравили Скрипалей 3% опрошенных. Британские службы отравили Скрипалей 28% опрошенных. Да кто угодно их мог отравить. 56% опрошенных. Ну, надо сказать, что цифры, в общем-то, я человек привычный, тертый, но, в общем-то, они меня тоже шокировали. Особенно 3%, что их отравили российские спецслужбы. При том, что британские власти, в том числе и тамошние спецслужбы, они, в общем-то, очень убедительно доказали, что отравили их именно и конкретно российские спецслужбы, причем назвали имена, фамилии, даты рождения, предъявили паспорта, показали, как эти ребята ходили по британской земле, чем занимались там, вплоть до занятий сексом с проституткой. Тем не менее, всего-навсего 3%. И вот тут Андрей Илларионов задается вопросом, а почему так? Почему? Почему люди не верят, просто вот их носом в это тыкают, а они не верят? 3%, а не 93,5%. Ну, тут начинают приводиться разные доводы. Во-первых, что не те методики обследования, и вообще и вопрос поставлен как-то неправильно. Ну, это я не знаю. Вторая причина, с ней я, кстати говоря, склонен согласиться, это то, что люди просто боятся. Люди боятся, поскольку обследование не анонимное, проходило на дому, можно сказать. То есть есть все, адресок, фамилии там. Поэтому легко установить, естественно, где человек работает, послать туда бумагу, что не досмотрели вы за пятой колонной там у себя на заводе тяжмаш. Страх. Страх людей перед тем, что вот они вот что-то сказанут не то, и им это дело как-то аукнется. На работе, в карьере, а может и в личной жизни. Следующий пункт, ну, такой довольно банальный, это то, что пропаганда эффективно работает, мозги промывает. И два последних пункта, на мой взгляд, очень взаимосвязанных. Это национальные особенности населения. С одной стороны, устойчивые такие этнические установки, с другой стороны, динамические этнические установки. Устойчивые, но это там, условно говоря, ложь, например. Привычка к лицемерию, двоемыслие так называемое, когда люди привыкли думать одно, говорить другое. Ну и прочие вещи в том же духе, известные нам хорошо еще со времен, как минимум, Салтыкова-Щедрина. Ну и, соответственно, динамичные особенности населения,
К ним Андрей Илларионов относится то, что появилось за последние 100 лет, в первую очередь за годы советской власти при тоталитарном режиме. То есть это так называемая отрицательная селекция, то, что лучших всех в России поуничтожили. То, что вся Россия – это потомки или палачей, или стукачей, или жертв этих самых палачей или стукачей. В общем-то, картинка такая довольно неприглядная. Некоторые относят к этим благоприобретенным, точнее, увы и увы приобретенным качествам, еще и общую усталость и апатичность современного российского населения. Ну и надо сказать, что, в общем-то, эти данные 2018 года по Скрипалям, они почти идентичны тем данным, которые были получены в других социологических опросах 4 года назад, в августе 2014 года по поводу сбитого малайзийского Боинга. Когда тоже, в общем-то, все было более или менее понятно, тем не менее, практически вообще никто российские власти в этом деле не винил. По-моему, 1% там всего был, кто заподозрил наших бравых вояк в том, что они это дело сшибли. Ну, еще там, по-моему, 1 или 2%, что это украинские сепаратисты их сбили. А все остальное, да, это, значит, украинцы, американцы и прочие неведомые зверушки. Еще интереснее то, что Андрей Илларионов отрыл данные социологического обследования, которые происходили на ту же тему про малайзийский Боинг и тогда же, летом-осенью 2014 года, в Эстонии. В Эстонии, как вы знаете, живет много русских, но при этом там, с одной стороны, там совершенно иная информационная среда. То есть, да, там можно смотреть российские телеканалы, но там есть и местные телеканалы, никто тебя российское телевидение смотреть не заставляет, там нет страха. То есть, если ты скажешь, словно говоря, «Путин вор», то никто тебя в Эстонии, никакая полиция не прихватит, к позорному столбу не прикуют. Тем не менее, оказалось, что разница в восприятии вот одного и того же события, а именно этого сбитого малайзийского Боинга, у эстонцев и русских совершенно разная. Я имею в виду этнических эстонцев и этнических русских. То есть общие цифры такие, что в то, что это сделали русские или украинские сепары, утверждают 31% этнических эстонцев и 5% русских. Илларионов называет этот разрыв тектоническим, то есть огромным и качественным. Более того, по результатам этого же исследования оказывается, что даже те русские, которые являются самыми европеизированными, смотрят эстонское телевидение, владеют эстонским языком и так далее, как бы интегрированные русские, и то степень осуждения российской армии, а именно 9%, у них значительно ниже, чем даже у самых русифицированных эстонцев. У тех эстонцев, я, правда, таких не знаю, но есть, которые регулярно смотрят российское телевидение. Среди эстонцев таких 28%. Из всех этих данных, там их еще очень много приводится, то есть все так очень убедительно, цифры, доказательства, там математика, измерения и так далее. Но что из этого всего следует? Из всего этого следует то, что имеется некий фактор, который Андрей Илларионов назвал ЭРУ, а именно эффект религиозной убежденности. То есть это когда людям говоришь на белое, что это белое, они говорят, нет, это черное, потому что это американцы. А указываешь им на что-то черное, говоришь, это воровство, это сволочизм, это ложь. Они говорят, нет, это белое, потому что таковы деяния нашего родного государства, нашего любимого президента. Вот это называется эффект религиозной убежденности. И, как говорит Андрей Илларионов, и я с ним, в общем-то, в этом согласен. Если на каких-то русских людей, скорее всего, молодых и с более или менее проветренными мозгами, еще можно как-то подействовать,
то на людей с высоким коэффициентом вот этого эру подействовать вообще никак невозможно. То есть вы их не переубедите даже в самых очевидных вещах. Я в этом убедился уже давно. То есть есть такие ребята, ну, скажем, чаще всего люди старшего поколения, пенсионеры и так далее, которым хоть кол на голове тиши, но они никогда, никогда не отступятся от того, что родное государство сакрально, свято, их любит, оно непогрешимо. А те, кто говорят иначе, это вот американцы, значит, украинцы, эстонцы и прочие нелюди. И никакая, по крайней мере, традиционная вот пропаганда, то есть какие-то факты, какие-то рассуждения, какая-то логика на это не действует вообще. Я не знаю, как с этим у американцев. Очень может быть, что у них тоже есть люди, подверженные этому эру. Во всяком случае, я уверен, что среди людей, так сильно истово верующих, это тоже случается, только не по поводу государства, а по поводу их веры, по поводу Господа Бога. Потому, кстати, Илларионов называет это эффектом религиозной убежденности. То есть это дело веры. А где есть вера, в общем-то, как пел когда-то Макаревич, если знаем, то мы, ну, там я точной цитаты не помню, если знаем, то мы слабы, вообще полное чмо, а вот если верим, то сильны бесконечно. Я всегда считал, что это полная херня. Надо знать, надо быть умным, трезвым, понимающим человеком. А вера, а что такое вера? Вера – это наркотик. Вера – это наркотик для слабых. Если вы закрываете глаза на реальность, если вы не хотите знать, что происходит, ну вот, слепая вера. Так и говорят, слепая вера. В данном случае в российское государство. Так что будете спорить со своими бабушками и дедушками, имейте на всякий случай это в виду. Ни к чему это не приведет, только огорчите стариков. Поссоритесь с родителями. Будьте спокойны. Главное, собственную голову, пожалуйста, сохраняйте в состоянии экологической и интеллектуальной безопасности.